Оба-оба-оба-оба-оба! Ну чё, обычная ситуация. Пришел ты такой со своей любимой в клуб, она трещит по телефону, ты ещё, алё, музыку потише, можно, диджей? Зовёшь официанта, братан, иди сюда. Чё будешь, дорогая, да отвлекись ты от своей мобилы, нахрен. Минус, кстати, о, бюджет пошел. Чё будешь-то, Лонг-Айленд, а исти секс на пляже. Давай, родненький, неси мне водочки налей. И тут происходит ЧП. Бармен тебе, или не бармен, или официант, неважно, хоть диджей подошел, говорит, слушай, у нас сегодня облом, мы вообще не знаем, что такое не айс-ти, знаем, что это чай, айс, лимон, можем чайку принести, но чая тоже у нас нет. Дорогая говорит, какого хрена? Я пришла отдыхать, ты меня в какой-то гаштет вокзальный привел, тут ничего вообще нет. Ты такой, блин, иди мобилу свою ищи вон. Они что? У нас, говорит, сегодня акция «Омерзительная восьмерка». Мы делаем коктейли, наши вот эти вот хрена лупские коктейли, город такой. Давай, говорит, неси. И что? Вуаля! И вот такое вот появляется изобилие, ты вообще в обломе, думаешь, вернись, пожалуйста, я куплю тебе эту мобилу, экран поменяю, она тебе, пошел ты. Как-нибудь может настать такой момент, когда они так взбодрятся, что очнутся с трубкой в животе, скажут, доктор, что это, а доктор скажет, я не доктор, я апостол Павел. Ну пусть будет. Ну чё, кровавая Мэри. Сколько нальем, обычно все орут, стой, хватит, ты чё? Да давайте, убьёмся в смерть сразу. Твою налево. И вот этого много, и что-то водяра я такой думаю, о, класс, там огурчик, там хирурчик. Еле отплевался, всё. Не приносит мне желаемого удовлетворения, какое-то все горькое, такое кислое. И то, и вот это. Мы ж десантура! Алкогольная. Все можем вскрыть. И кислятина. Да пофигу. Что не сделаешь ради подписчиков? Зачем я это делаю? Я и сегодня пить не хотел, просто пришел в клуб культурно отдыхать. Хотел на бильярде поиграть, ага. Сейчас чувствую, я на бильярде поиграю, на белом. Такую сосновую доску в луже замочили. А ты то шел и лицом упал такой, как пить хочется. Она такая рядом у тебя с лицом плавает, на ней лягушки. Ква-ква, ты пьешь воду из лужи. А ты, это же джин, это дорогой джин. Все кругом в месиво, все кругом танцуют, а ты стесняешься такой, пришел. Блин, тут девчонки стоят, тут какие-то пацаны незнакомые, накачанные, которые тебе, походу, в табло пропишут. И ты думаешь, блин, мне надо или уходить, или быстрее там за там, 3, 5, 10 минут надо накидаться и прийти в норму. И тут, опа, омерзительная восьмерка или абсент. И ты еще этот мотор загасил перед входом. Думал, что тебе, типа, покруче будет и охрана пустит, потому что ты трезвый. Сейчас потанцевал. Зря эта мадам ушла, зря я мобилу разбил там. И пофигу. Погнали. Вот это знакомый напиток, и поэтому я даже ничего плохого не скажу. Помню, когда был достаточно молодой, учился в театральном колледже. Мы, опять же, с девочками. По-моему, я был один юноша. Мы пошли зачем-то на Манежную площадь, тогда там еще можно было бухать, Я говорю, давай там еще пивка, когда она на очередной свой заход, этот алкобомбардировщик зашел. Я говорю, да, еще пивца, она говорит, пивцо кончилось, есть ром-колы. Я говорю, давай ром-колы. Короче, меня с двух банок просто я вообще в дряни, не помню, как я домой попал. Нет, вкус такой же мерзотный. Кстати, текилу бум пропустили.
кто-то сказал, что я по-английски неправильно там название виски говорю, и Sprite, and Sprite. I'm test алкоголь напиток. Чувствуете, что я уже, меня уже торкануло. Чё, погнали, родники. Ать! Ох ты, ой, ты, вот это. Что, как, чего? Я не знаю, как я ушел с бара, у меня все там документы были, деньги в куртке. Это, я не знаю, почему она у меня оказалась в номере. Я, ну, вообще ничего не помню, просто вот вечер выпал. Выживу ли я уже? Знаете, у меня такое ощущение, что я реально литр выжрал. Че, девчонки, как зовут-то? Алло. Алена? За тебя, Алена. И, ну, вот это видео, наверное, наглядное пособие, что, ну, к чему приводят все эти коктейли. То есть человека сразу развозит. Если бы я, ну, как бы сидел там с чиосом, с ромом, там, неважно, с текилой, водочку пил, купил бы селедочку, хорошую закуску, сварил картофан, я бы был нормальный. Чувствую, видео за меня дописывать будет Google переводчик. Ну что, что, что? А не, он горит. Ребятки, он горит. Это трэш. Это трэш-контент, ребята. Блин. Не повторяйте это. 8 коктейлей. Омерзительная восьмерка. Официант ни разу не обманул. 10 минут, и ты просто в дрянь. Просто в дрянь. Подписывайтесь, ребятушки, комментируйте. И всем пока.